деле квартира огромная. Я пока камеру свою нашла. Там Настя с Димой Сонечку кормят. Мы с Васей тут холодильником занимаемся. У нас мы с собой возим такие тряпочки. Уже я сейчас намочу, все протру. Там, видите, наши там губки, щетки. Все свое мы носим. Тут круто. Тут и бассейн, и монтажный центр. Рядышком, да? Можем сегодня в бассейн сходить. Бассейн сходить? Да. Мам. Надо узнать, сходить. Что? Попкорничка байки. Руки помыли? Да. Я сейчас все вытру и будем мы кушать. Мы сейчас их все уберем. Наша уже? А, ну хорошо, а то я это новое. Что, поела? Повеселела? А, Сонечка? Скажи, жизнь сразу заиграла новыми красками. Чайник надо поставить. Чайник с Димой и с Томой сходили за продуктами. Вы видели, сколько у нас было много с утра? Слушайте, ну столько ящиков, ну кухня вообще офигенская, если бы новая была. А так она все ломается. Купили тут лаваш, колбаску такую разную, воду, печенье, какой-то рулетик, сок, еще что-то. Санечке молочко, да, доченька? Три шоколадки маленьких. Три шоколадки маленьких? Да, и женейки. Там девчонки кто-то роллтон себе запарит. Я тут сделала салат. Так, вы еще такую колбаску сделали? Да. Все, кушайте. Да, сегодня так вот поедим. У нас там, правда, еще яйца есть. Тут немножко печенье. Брусы надо убрать. Сюда мусорка, да, у вас сделана? Мам, там лучше шоколадный киндер себе. Так, Томочка, пожалуйста, никаких киндеров. Ты сначала поешь. Салатик, бутербродики. Я уже. Что? Ну ладно. Вот, девчонки, помните, у нас вот такая картина была, и она еще даже пела, и это. Да. А вот это тоже звучало. Это тоже поет. Только у нас была большая. О, вот только у нас была такая огромная. Она я ее потом продала. Не. Во, у нас такая же была. Так, вот так на всю стенку мы потом продали. Мама, так, пойду. Так, такой, на самом деле, дорогие мои, дом у квартиры прям большая. Вот смотрите, там Настя Сонечку укладывает спать, она переиграла. И не слышно, что там делается. Василий Владимирович, тебе сделать кофе? Сделать? Я тут уже начала постель раскладывать. Нет, пока я здесь купалась. Но наволочки еще не высохли. Это подушки наши. Мы с собой возим три подушки. И покрывало. Тут наша одежда пусть так стоит. Шкафов нету, один только шкаф, а к Насте без конца бегать. За одеждой мы тоже не будем. Там то Сонечка спит, то еще чего-нибудь. Девчонки вот здесь вот свои вещи положили. Видите, как? Вот, места всем хватает. Так, видите, как удобно. Мы там обувь туда поубирали. Не нужно на данный момент. Мы вместе собираемся туда. Мы с мамой по лестницам пройдемся. Нет, я пошку. Я вот не понимаю, как дети поднимаются быстрее меня на лифте. Фокусировка плохая на камере. А ты это, может, приблизила этот человек? Нет. Просто я когда на тебя приближаю, она фокусируется так. Сначала мутно, а потом фокусируется очень долго. Так же, когда ты дома показывала, тоже фокусировка плохая. Да я там, мне неудобно было хозяев снимать. Поэтому так. Мама, вы быстрее! Мой вещь. Фокусируется очень долго. Что-то тебя настроение спит. А вот эти как зубики. Давай. Ну да, вы быстрее. А что, у нас уже все спустились? Они спустились. Ну вот, нет. Ой,
Да, мы быстро с вами побежали. Все-таки на машинах едем? Да. Ох, мы крутили, 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 крутили. Не можем найти, где съезд сюда. Папа модный. Папа модный? О. Давайте купим попить, если не попить купим сейчас. Стойте тут на месте. Парк развлечений, ДНС, Фэмили тут, Кари, Зола. Мы зачем приехали? На купальник. Мама купила. У нас из окна прям видать этот бассейн. Да, водный как-то называется. Пойдемте, дочи. Водный центр какой-то. А чтоб нам туда сходить, детей сводить, ни у кого купальников нет. Мы их не стали брать, потому что они уже все маленькие детям. Так, пойдемте вон там заходить. Айдайте сюда, тут будем. Доченька. Ну, айда, милая, айда. Настя сейчас с Димой коляску буду доставать, чтобы Сонечку не таскать. Ты достал мой ремень, у меня твой еще. Зарядка у меня кончается на телефоне. Вон, видите, как удобно. Машину закрыл. Что, начальник? Да. Ногу выставила, лежит. Что, пойдемте вот так по кругу. Пошли. За масками папка пошел. У меня есть маска, вот она. Надо воду пойти купить. Пойдемте вон, воду купим. А, начальник, валяйся. Воду надо взять. Ну, вообще-то... Мама, хочешь воду? Не, никогда не хотела. Никогда у меня такого не было желания. Девочки же покупали, не девочкам. Девочки себе так и не выбрали купальники. Ты закрытый хочешь, Дарин? Ну, я хочу открытый и закрытый. 38. Надо спрашивать. Это просто, может быть, вешалка такая. Даринчик, выбирай. 38, 46. Тебе надо в детском отделе. Тут девчонки сейчас будут мерить. Ну, все, сейчас девчонки выберут. Как раз там две кабинки свободные. Ну, мерьте, мерьте. У Насти вроде такой нет? У Насти черный, да. Вот точно так. Еще несколько выберите. Доча, сможете одни тут без меня? Как нет? Я бы с девчонками. А куда мы ездим? Ты, между прочим, моя дорогая, через 2 месяца свалишь от нас. Как ты будешь одежду себе покупать? Вот как ты будешь одежду себе покупать? Не знаю, мне, я не знаю. Ну а что всегда так делал? Нет, я просто не понимаю, как он будет сидеть. Дариночка, Дарин, ты вот так, иди, остановись, достань. Иди, остановись, достань. Я буду стоп говорить, потом ты померишь. Давай. Нормально, давай. Не, еще надо одну футболку. Еще одну футболку. Да нет, блюдь. Ну, давай. 44-й. Не размеры. Так не пойдет. Большие. Мама, знаешь, что вот такую хочу сложить? Что, померить? Можно еще? Нет, это мы просто поиграли, что Дариночка, стоп. А на самом деле иди и выбери, что тебе надо. Мама, знаешь, что хочу себе? Либо вот такую майку, либо вот такую. Ну, это взрослый набор. Так, надо купальники найти. Где у нас купальники продаются? Поцарапалась. Так,
Вот это нижнее белье, вот это дальше. Не купальники. Вот здесь купальники. Нам надо, Настя, вот второй на сменку. Смотри, какой прикольный. Детям хотя бы по одному пока. Не, нам два. Так. Ну, попробуй. Ну что, а что, тебе не нравится? Так они длинненькие, удобно. Мы же пришли сюда купальники одеть. Тебе нравится? Да. Они не тянутся? Или ничего? Нормально. И футболка нравится тебе? Ну, если нравится, покупай. Алина себе нормально потянет? Да. Ну, не короткий, ничего, хорошо. XS. Угу. Вот такие, как Настя носит, смотри. Что-то там мерит уже из советского времени. Вообще классное. Да? Ну, это как раньше. Угу. О! Твой любимый фасончик, Настя! Это что, сейчас был камень в твой огород? Нет. Это был валун в твой огород. А тут даже отметили, что это был огород. Это маленькие, наверное, будут. Давно они тянутся. Так, заканчивайте, пойдемте это. Все, я уже. Ну. Дети, дети, я не буду. Что вы там делали? Танцевали? Что такое? Дождь пойдет или что? Да, это двое МТС. Так, ну-ка, Дариночка. Смотрите, какая кофточка Дарина себе выбрала. Да зачем ее заправлять, пуговицы? Дочечка, если тебе нравится, а шорты нравятся? Они тянутся, нет? Какие тебе лучше, эти или те? Вот эти. Эти, ну, почему? Да? Свободнее. Свободнее? Как бы не падали, свободнее. У меня ремень. Что, не налазят или что? Шорты, я сканирую, покажу. А мне красненько больше. Ну почему-то лифчик сильно видать. Я не люблю, когда лифчик видать. Девчонки сказали, пусть пока там все полежит, может быть, что-то другое выберем. Вот тут купальники есть. Мы вообще пришли за купальниками. И обувь нам надо вот такую. Дети тоже ходят, в чем попало. Что? Это белье нижнее. Нет, нет, нет. Мальчишкам тоже надо купальники. Вы ручку не ударили? Нет. Осторожненько. Это Женька. Вот это. Потом давай мне видео покажи. Я тебе дам. Мне понравился этот купальник. Который? Смотри, Даринке можно. Потом ты будешь Софию веселить, а я катать, ага. Без вешалки взяли. Потом найдут. Купим Жене и Саше купальники. Такие платьишки. Вон у меня, смотрите. Ну, правда, 66-й. Я такие не ношу. Ну, какой интересный. Ну, сарафанчики, как мы на море брали детям в прошлом году. Правда, они им все маленькие стали. Ни один мы с собой не взяли. Футболки всевозможные, туники новые. Ну, нету времени у нас выбирать туники. Все остальное. Детям пойдем
Пойдем, детям осталось сланцы купить. Не это... Что пронесли? Ничего. Что это? Все, все-таки выкрасили. Где купальники вы мерили? Ну пойдемте, Дарина Ну пойдемте, Дарина присылала фотографию, так. Да. Да, да, хорошенькие такие. Вот это черненькие. Девчонки купальники повыбирали все черные. Настя себе черный купила, Дарина себе черный купила, Алина себе черный купила. А где второй? Там уже. Ну, второй цветной. Я уж настояла, чтобы Дарина взяла цветной. 15-летней девочке набрали все черное. Ну, Алина там темно-зеленый сейчас еще мерит. Ну, девчоночки выбрали себе по два купальника. Алина с Дариной. До свидания. Ну, на 10 тысяч у нас это вышло. Ну, зато уже спокойно будем. Так. Папе куда купальник? А папе? Ага. Василий Владимирович, пошли купальные плавки покупать. У нас есть, но где они сейчас находятся, мы даже не в курсе. Мама, ты мне папа слышишь? Ну, ты маленькая, ты так идись. Ты так идись. Есть вот такие плавки, а есть шорты. Нет, лучше шортами, ага. Мы вот такие покупали нашим папе. Он не может в таких, они у него выпадают. Так и лежат где-то дома. Утонули. Да, купили мы Василию Владимировичу купальные шорты. Осталось Женечке купить сланцы. Пойдемте, вот там есть сланцы. У тебя красивые сланцы, доченька, в которых ты ходишь дома. У тебя у единственной красивые. Она даже уже не кричит и не улыбается. Женечка, пойдем, милая. На, папа. Мы пойдем Жене сланцы выбирать. А вы будете волосы? Да, да, что да. Что за кустик, да. Дико? Я люблю ваши волосы трогать. Особенно мои густые. Вот так крыжу. Вот так крыжу? И вот так вот. Да? Да. Алина, Дарина. У меня сильно еще крутил. Дима, так, сильнее, и сильнее. Мы тогда сейчас, если тут ничего больше не найдем, вернемся опять в тот магазинчик, купим Даринке футболку и шорты. Магазинчик тот вернем. У нас вот в Ачинске, да, Глория такая тесная, а тут ничего так, это все правда, так свободненько. Дима, какие бананки купальники. Угу, а мы купальники уже купили. Мам, можно купить? Вот не такие, не такие. Нет. Ты уже и так купила себе. Мама, можно, если буду еще... Вот, типа, вот такой... Нет, ничего мама, нельзя уже, Тома, мама, хватит. Типа, такой только длинный. Я хочу. Или просто такой. У меня... Ну, это же спать, купай, наверное, дочь. Нет, это не спать. Не это спать? У меня старый купальник. Я могу померить. У тебя их два. Так что... У меня не два, мама. Они все большие. Посмотри на меня. У тебя два красивых купальника, два. Я могу тебе свой отдать, который ты хотела. Так, нам надо только сланцы. Да. И так уже столько одежды покупаем. А... Где Дарина? Пусть она туда посмотрит вон, тебе. Вон. Я хотела в сланцы. Вон носочки какие прикольные. 38-й, 40-й. А тут еще где-то Глория была, да? Нет, это одна, только такая. Шортики такие прикольненькие. О, мам, как у папы. Угу, угу. Где Дарина с Алиной? Они вот туда. Вот, я говорю, что нужно шорты вот сейчас. Вот такие тоненькие-тоненькие. Вот у вас толстые нет. Такие шорты, они не сохнут, они сохнут по 3 дня. Не знаю, я хочу длинненький. Смотри, я первый раз видела 41 размер. Mm-hmm.
Но сейчас надо вот такие тоненькие выбирать. Вот, я хочу. Я, мне кажется, не будет, не знаю, не вроде тянутся. Да? Нет. Юбочки даже смотрят тоненькие. Да, какие приятные. Мам, вот такая. 14 плюс. Вот. Ох, это Женька. Ну, выбери хотя бы не черную. Окей. Смотри. А где это? Это раздевалка, я не вижу. Угу. Я хочу все равно поменять. Раздевалка. Подожди. Примерочная. Да, подожди. Юбка стоит 500 рублей. Угу. Джинсовые шорты эти стоят 500 рублей. У меня вот, кстати, а эти? Ой, подождите, дорогие наши зрители. Большие. Ну-ка, Женечка, выходи. Она у меня маленькая. Доченька, как маленькая, 140 рост? Маленькая? Нет. Ты такая смешная, шорты широкие. Мне не нравятся эти шорты, они широкие слишком. Так потому что это взрослые. Аленька в них дала. Нет, мои другие. У тебя это Дарину, да? Ну. Давай обратно. Да. Ну что, будешь такую майку покупать? Там еще розовая такая, да? Угу. Сейчас розовую померю. Ну, до конца. Ну, поменьше попробуй. Что, Дариночка? Они маленькие, 38. А зачем ты такие взяла 38? Я думала, нормально. Я нашла. Молодец. Нашла. А тут есть только... А что мне? Новая посадка, как там называется. Это ты помоги Дарине найти. Она не может вообще себе ничего. А это тоже длинненький. По сравнению с ними, что я мерила, они как вот эти вот серые сейчас на мне. А я так вам Ну, попробуй посмотреть, Дариночка. Женек тоже вот одни единственные нашли шортики. Ну зачем одинаковые, ну? Что-нибудь другое посмотри. Тут три. Смотри, какая. Это юбка, доченька. Я нашла. Да? Ну, тут такой вообще маленькая доченька, совсем малюсенькая. Ну, угу. Что-нибудь. А что-то Настя не нашла этот отдел, где маленькие детки. Походила, говорит, на Сонечку нету ничего и ушла. Вот, смотри, тоненько, нету. Угу. Смотри, мам, вот какая майка, ой, футболка. Не какие-то, не такие ты выбираешь. Один, ну, что они все толстые. Ну, они прям толстые. Говорю, вот джинс толстые вещи прямо. Так, все, пошли, шорты померишь. Если нормально, я возьму. Так, Дариночка, ничего себе и не подобрала. Не успели чуть-чуть. Время 9. Ну, поздно приехали. Ну, что теперь сделаешь? Надо было с утра приехать. Ну, мы с утра еще были в другом городе. Не с утра. Вон там еще какой-то торговый комплекс. Поехали в лес? Все закрыто. Все, видите, он темный уже. Все закрыто. На улице ветерочек. Знаете, так жарковато, прохладно. Не знаю, как так. Одень тунику. Она там постелена оранжевая своя. Ну спать-то в чем? Нет, завтра тебе. Ну у тебя же новые джинсы, эти бриджики есть или как они там. Можешь какое-нибудь платье летнее одеть. Девчонок уже помыли. Волосы не стали мыть, потому что ложиться надо спать. Нет, бассейн не пойдет. Пойдемте. Чай попьем и будем спать, ложиться. Вот. Не стали волосы девчонкам мыть, а то они лягут с мокрыми волосами спать. Полностью их помыли. Знаете, детям хорошенько ноги отмыли. Но толку нету, потому что окна открыты насквозь. Шо? Окна, видите, как открыты? И, мне кажется, пыль с улицы задувается. Хотя тут, конечно, мы заехали, было чисто.
Да. И вот мы ходим, и прямо это... Вот, дворец водного спорта. Видите, какая пыль? Вот сюда мы хотим завтра. Поэтому купили всем купальники, завтра пойдем сюда. Подожди, вот так? Тут 20, 120 рублей час стоит. А 2 часа? Мам, мы можем целый день купить всем. На целый день дорого выйдет. Мам, я могу в садик куда сойти. В садик? Сонечка бесплатно нас дано. Ну, наверное. Ну, в общем, завтра пойдем в бассейн. Я могу взять шорты и вот эту маску. Во, ну все, молодец, хорошо нашла. А то джинсовые, зачем они толстые такие, жарко же. Папка с Димой чай пьет. Так, ага. Что, дорогие мои девчоночки, давайте пока говорить. Гауточка у нас тут есть. Говорим всем пока. Всем пока-пока-пока. Мама зацепилась ухом с сережкой, прям за волосом, как деранула, там болячка теперь. Ну ладно, все, всем пока. Всем пока-пока.